Эдуард Анатольевич. Эдуард Анатольевич, поздравляю с победой. Тяжелая получилась игра. Ваш вратарь сегодня сыграл на сухое. Спасибо за поздравления. Вообще сегодня хорошая игра была, и соперник хороший. Спасибо сопернику за такую игру. У меня к ребятам претензий вообще нет. Ни в каком моменте они самоотверженно, особенно втроем выстрелили, то есть 4 на 5, 3 минуты выстрелили, ловили на себя. Молодцы. Минимум ошибок было, ну и где-то вратарь потащил. И поэтому с победой нас, болельщиков прежде всего, они там переживают очень сильно. Всех с победой. Спасибо. Вам удачи. Спасибо. Павел Николаевич.